Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала «Самобранка». Готовим перец фаршированный с тремя видами начинки – с мясом и рисом, с капустой и булгуром с копченой грудинкой. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь, будет очень интересно. Для приготовления фаршированного перца нам необходимо перец свежий, мякоть свинины, капуста свежая, булгур турецкий, рис круглый, сметана 20%, морковь, лук репчатый, томатная паста, сок томатный, томаты свежие, масло сливочное, масло растительное, зелень петрушки и укропа, соль, сахар, черный молотый перец, приправа для плова, чеснок, копченая грудинка, лук зеленый. Итак, начинаем! Перец моем под проточной холодной водой, срезаем верхнюю крышечку и чистим от семян и перегородок. В кипящую воду добавляем 3 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку соли и опускаем перец для бланширования. Бланшируем 3-5 минут до незначительной мягкости поверхности перца, но при этом перец должен хорошо держать форму. Перец быстро охлаждаем холодной водой для того, чтобы сохранить его первоначальную цветность. Перец полностью охладился. Стал мягковатый, но форму при этом не потерял, потому что мы варили его в воде с уксусом. Готовим капустную начинку. Для этого капусту мелко сечем. Еще раз перерезаем ножом поперек на доске. Немного солим и отжимаем. Мелко нарезаем лук для всех видов начинок. Дополнительно рубим ножом лук на доске. Измельченный лук распределим между начинками. Измельчаем морковь на крупную терку. Обжариваем морковку и лучок на растительном масле для капустной начинки. Добавляем капусту и тушим до готовности. Восстанавливаем томатную пасту в 100 граммах холодной воды.
Для этого 2 столовые ложки томатной пасты хорошо размешиваем с водой. В капусту добавляем восстановленную томатную пасту и все хорошо протушиваем. В капусту добавляем 1 столовую ложку сахара, черный молотый перец и пробуем на соль. Немного присаливаем капусту, не забывая о том, что мы ее уже солили. Капуста как начинка готова, полностью ее охлаждаем. Рис промываем. Отвариваем в подсоленой воде до полуготовности. Количество соли берем 10 грамм на 1 литр воды. Рис используем круглых сортов. На 1 килограмм мясного фарша берем 50 грамм сухого риса. Процеживаем рис на сито и проливаем его холодной водой. Накрываем рис и ставим в холодильник. Для приготовления перца, фаршированного булгуром с копченой грудинкой, используем турецкий булгур. Нам понадобится 1 стакан булгура, который мы хорошо промоем. Варим булгур по той же схеме, что и рис, в подсоленой воде до полуготовности. Отбрасываем булгур на сито и промываем холодной водой. Накрываем булгур и ставим в холодильник. Подготавливаем мясную начинку. Для этого мякоть свинины жилуем. Желованное мясо свинины будем измельчать на мясорубку со средней сеткой. В фарш измельчим сырую луковицу. Фарш до использования прячем в холодильник. Готовим начинку из булгура. Копченую грудинку высшего сорта нарезаем кубиком 0,5 на 0,5 сантиметра. Томат обдаем кипятком.
и окунаем его в холодную воду. Разрезаем томат крестообразно и чистим от кожицы. Очищаем томат от семян и нарезаем мелким кубиком. Обжариваем копченую грудинку на небольшом количестве растительного масла. Добавляем лук и обжариваем вместе с луком. Добавляем томат, даем выпариться. Добавляем приправу к плову, буквально 1 чайную ложку, и будем соединять с отварным булгуром. Хорошо вымешиваем. Добавляем немного соли, черного молотого перца. Получилась очень вкусная начинка. Готовим мясную начинку. В мясо добавляем отварной рис. Добавляем черный молотый перец, соль, немного сахара. Хорошо выбиваем. Лист смазываем растительным маслом. Фаршируем перец капустной начинкой. Наполнение перчин плотное. Фаршируем перец мясной начинкой. Фаршируем перец булгуром с жареной копченой грудинкой.
Муку обжариваем на сухой сковороде до слегка кремоватого цвета. Остуженную муку просеиваем через сито. Соединяем просеянную муку и сметану и все хорошо вымешиваем. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты или протертых томатов, что есть. Добавляем родниковую воду и доводим объем соуса до 1 литра. Все хорошо вымешиваем. Добавляем соль, сахар и черный молотый перец. Делаем пассеровку из моркови и репчатого лука на смеси растительного и сливочного масла. Добавляем сметанно-томатный соус и 1,5 литра томатного сока. Даем закипеть. Добавляем 1 столовую ложку сахара, соль по вкусу. Соус начинает закипать. Мы его снимаем с огня и заливаем перцы. Притапливаем перчик вилкой, чтобы он был весь покрыт соусом. Перец закрываем фольгой. Запекаем в жарочном шкафу около часа при температуре 180-200 градусов Цельсия. Прошло 40 минут. Открываем фольгу и посыпаем перец рубленным чесноком. Вытаскиваем из духовки. Аромат стоит просто невообразимый. Готовим презентацию.
Итак, дорогие друзья, наш фаршированный перчик с тремя начинками готов. Сезонное летнее блюдо, которое вкусное как холодное, так и горячее. Его можно подать к столу для самой большой компании друзей. Подаем с томатно-сметанным соусом или густой домашней сметаной. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока!